Суздаль не застроит новоделом. Губернатор Владимирской области заявила, что не допустит этого, выступая на оргкомитете по подготовке и проведению празднования тысячелетия со дня основания города-музея. Встреча прошла 5 декабря в Москве. Светлана Орлова отметила, что красота суздальского ландшафта должна быть сохранена, и сказала, что глобального строительства в городе не будет. Город должен сохранить историческую ценность. Это русский, патриархальный, святой город. Никакого объемного строительства вестись там не должно. Смысл привлечения туристов в город вот в этой красоте, которая там есть. Там луга, там речка, там дома, там музей. А ума большого не надо. Привести инвестора, который это все застроит, этого нам не надо. Председатель оргкомитета, вице-премьер Ольга Голодец, главу Владимирской области в этом вопросе поддерживает полностью. А почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова и вовсе восхищена суздальскими метаморфозами. Потрясающее движение мы видим и во Владимирской области, и в Суздале. И вот такой очень осмысленный подход к развитию Суздаля, он внушает понимание, что мы сможем справиться с теми задачами, которые для себя ставим. Дорога, которая 10 лет была позором города, сделана и так далее, и так далее. То есть жизнь идет, делается, город освящен. И вот те претензии, которые говорили, вечером нечего делать, они ушли. Какая подсветка прекрасная основных ансамблей города. Напомним, до 2024 года в Суздале планируют создать туристский кластер и ввести несколько новых инфраструктурных объектов. В первую очередь, к 2017 году в городе откроют новую энергоэффективную котельную, а к 2021-му – школу на 1200 мест, которая по факту станет образовательным центром. Также в Суздале проведут реконструкцию водозаборных сооружений и уличного освещения, отремонтируют мост через Каменку, построят новую дорогу в восточной части города, новые гостиницы и многое другое. Светлана Орлова считает, что город должен обрести статус федерального значения и сказала, что к своему тысячелетию Суздаль будет лучше, чем город Брюгге. Карина Романова, Губерния 33.